Ну что, друзья, пока мы еще не встретили нашего продавца из Ахмада и Магриба, и пошли мы в Джунаид. Джунаид мы в Дубае смотрели, да, Наташа? Да, покупали. Покупали. Много причем купили. А, ну что такое, пробуешь, расскажи? Это называется Маатар Дахаб. Как? Для него. Маатар Дахаб. Маатар Дахаб. How much? That one, 95. 95. And mm-hmm. the female version, 85. Это for him? Это мужской for him? Это женская. 95-85. Yeah. 95 мужской, 85 женский. Ну, Наташ, давай свое строгое мнение. And now we have from this 150 ml. Big. Большой, 150? 50? 100 ml. 100. Do you know Russian? No. Because you little. Так, ну вот, Наташа, как я говорю, со скриншоте, а цена такая же, вот 95. Но я не понимаю. А what is consist of? Что в этом? Sorry? What is consist of here? This one, vanilla. Ваниль. Spicy. Ага, rose, спирты. Maybe, yes? Yeah, you can. Ага. Rose, spicy, Rosa. Ванила. Ванила и специи. Yeah, this one, vanilla. Musk, white musk and rose. Ваниль, белый муск и что еще? Значит, белый мускус, ванила и роза. Ага. А знаешь, а тут говорили, что тут еще золото было, нет? А inside gold. This gold, inside no? Gold, no? Gold. Where here, no? Где это золото? No, this is because almost finished. Золото закончилось. Наташенька трусит в надежде. Давайте я вам бутылочки покажу, смотрите, вот какая красота. Наба называется. Но мы вам много, мы вам, будь здоров, показали, когда в Дубае были, и купили тоже, будь здоров. Наташа, что это вот за такое, можешь попробовать вот эту вот такую штучку, не хочешь, да? Не надо, wait, please. А здесь how much? Ну это смотри. 230. Я прошу не распорашиваться по этим, я хочу вот этот попробовать. Ладно. Я не помню, наверное, вам это показывали, но бутылочка просто как сапфирчиковая. А здесь how much? 250. Ну что? Он пахнет немного йодом. Йодиум here? Like betadine, you know? Бетадин. Medical. But it's good, yes? Yeah. This is local Arabic woman, the aged woman, she для взрослых женщин. Ну, хочешь понюхать? Ну да, давайте. Давай Смотрите, какая красота. Да, я тебе это сниму твою реакцию. Да капец. Капец? Почему капец? Ну красивый же аромат, ну. Ужас. Гарный, венгарный. Я не хочу мальчика обижать просто. Почему? А что ты скажешь? А мне пахнет йодом немножко. Нет, но... оно уже расходится вот в какашке уже. Да ты что? И, блин, мне не нравится вообще. Ага, ну давай мне. Ой, не, капец, капец. Я бы такое на себя бы не положила бы. Не одела бы? Не одела. А я бы с удовольствием одела бы. Да. Давай меня. Прикинь, вот нет, really разный. Pure wood, I feel this. Yeah, я чувствую, pure, что это wood, мальчик смеется. She don't like, I like. For me it's very strong. And this one you have this? No, I don't know, what is it? Marish. Marish wood with the mango. А this how much? This one 200. 200 стоит. А do you have pen or pencil? Because she's writing usually. Наташа всегда берет блоттеры, на них пишет название и еще дома еще вот Овечный? Нюхает. This one or that? This. This one? Yes, this. Asil. I write? I don't understand. Yeah, in English, please, right? And we can find in website. Asil. 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 С такой бутылочкой просто It's вот sweet. Волшебной. It's sweet. Так, Наташа говорит, красненький, yeah, сладенький. Yes, да, еще чувствую. Ну, дай-ка мне. Амбар? Амбар. Причем такой фрукт, который индийский вот, когда вот открываешь мыло или шампунь, такой вот резкий сначала. Strawberry, no? No strawberry. У меня клубника, он вот реально клубника просто есть. Вот. А сейчас. Ну, что-то интересное. Угу. Ну, вот он, Мариш. Жвачка. Bubblegum. Bubblegum? Bubblegum. Strawberry bubblegum. Сейчас я вам покажу, что еще есть. Это вот тоже красиво.
Если в Эмиратах есть возможность принести и привезти такие подарки, вот можно. Уже такие маленькие бутылочки, всякие, ну просто вообще наборчик красота. Наташа это все любит, я тоже люблю там ходить, нюхать, покупаю не очень. Мне достаточно несколько вариантов духов, а у Наташи их, конечно, ну 100, наверное, больше даже. Да, ну это кошмар какой-то. Он говорит, есть 150 миллилитров. Саньки, 150 миллилитров, это выгоднее. Я говорю, моей жизни не хватит эти все вот выбросить. Я тебя понимаю. Шайнинг. Gold. Блестит типа, что ли? Есть что-то, я только что увидела. Вот. Ты так не увидишь. Не, есть, вот оно мерехтение есть небольшое. Класс. Все, вот, бери, я вижу. Бери это золото, точно нам полетит. Ну ты знаешь, золото. Я поняла, что это так вот пахнет. Большинство, кстати, вот такие ароматы делают очень плохими. А это красивый. Красивый, здесь да? Роза очень еще красивая. Еще раз, такой, вот этот, да? Для Даха, женщин, который стоит 85. Матар Дахаб. Ну 85 цена вообще достойная. А это Сан Цинмин? Это Сан Цинмин? Вот и Цинмин. Матар means after perfume. Атар? Атар. Так. Дахаб means gold. Золотой парфюм. Golden парфюм. Golden парфюм. Золотой парфюм переводится. Так, хотя матар это тоже имя арабское. Так матар это gold? Матар it's gold? Или дахаб? Матар means matar. Атар means парфюм. Ага. Атар I understand. А здесь? Gold. Дахаб. Дахаб it's gold. Они написали матар, а это как атар читается. Атар, понимаешь, арабский это атар, все знают. А дахаб это голд. Потому типа. Что матар, когда из пяти букв, это имя мужское. А ну сейчас. О, агадир вам показывали, точно. Ой, агадирчик. Еще агадир. И купили. С но, такой шляпочкой. К сожалению, вот это вот название у меня вот просто стерлось, оно... Да? Да, хотя мы уже в каком-то видео сказали, что уже... Очень красивый парфум. We вот have it, but this signature erased. Агадир, this one. No, we have. We got many in Dubai Mall. Yes. Many. I very like this smell. Наташе нравится, но говорит, что стерлось название, так что это, ну, подстава. Ты что? Я говорю, он говорит, это very strong. Я говорю, нет, для меня нормально. Он говорит, да ты что? Ты ненормальная. You are different, да? You are very different. I know this. Maybe something new. Мадир, а please, вот here, no, right, little right. Oh, here. What? No, come back, yes. What is it? This is... Наташа новая, что увидела? Urano, blue, this one. Mm-hmm. Oh. Ну? I don't like this. This how much? 150. 150. Что-то свежее такое, кстати. Это сладкое. It's not wood. Это вообще, что-то свежее, сладкое. Ну, лаванда, да? Для меня очень даже нормально. Лаванда, фрукт. Такая бутылочка какая-то просвечивающаяся. Лаванда, фрукты. Ну, для меня нормально это, знаешь? Он сладкий, но я не люблю такие. Это гурманский даже. Вот это вот гурманское направление гурманских ароматов. Для меня очень даже... Класс. Ну, можно? А мы возьми. А как он правильно? Мурано. Блум. Мурано Блум. Ух ты. Как Орландо Блум. Same as Орландо Блум. Мурано из глаз. Мурано глаз. Венеция. Мурано. Италия. Да. Айназа. Ой, кстати, подождите, вон еще малюсенькие бутылочки. Вот купил уже, и уже подарки есть. Каждому поделил. Главное, чтобы ароматы подошли. Так, что-то еще Наташа взяла. А это что такое? Я все-таки... Вон золото, я вижу. Где? Вон золото. Видно блестяшки? Вот, посмотри, не переливается? На руке у меня видно, ну вот, на пальцах, я вижу. Оно такое мелкое-мелкое, как будто бы, знаете... Как оно может стоить 85, если тут золото? Прикинь. А this how much? Which one? This yellow. 150. Тоже 150. 150, ну недешево. This one, try this one. Сейчас. Я уже закончила. Ну 150, сколько это? Это и недорого сколько-то. Это 1500 долларов 40 где-то. Ну, для хорошего аромата, слушай, ну, блин, по 300 баксов есть. Что у нас еще? Ну, этот мне больше нравится. More fruits. And... Что-то а which name? Мальчик новенький, новенький. Only Murano. Plain Murano, yes? Plain Murano. Ага, Murano. Тоже 150. Это обычный Murano.
Урана. Наташа все записывает, потом все это собирает коллекцию. Тоже мы вам показывали, рассказывали. А очень тут, удобно, кто фанатеет. Here fruit and what is it? Fruit and also with jasmine. Жасмин? Ага, если это больше с лавандой, то а это желтая больше с жасмином. Парфюм контент цитрус. А, и все эти парфюмы. Но для меня этот тоже. Легче, этот просто очень сладкий, такой гурманский, да? Красивый, да. Это красивый аромат, действительно, вот этот Мурана красивый, Мурана Блум, да, вот этот вот. Интересно. Это я прервалась на чуть-чуть. Я вот этот не понимаю, я вот этот мужской не понимаю. Кстати, камеру держать неудобно, потому что держу без штатива, а здесь со штативом, если идешь, так охранники бегают, вообще не приветствуется съемка в Эмиратах, тем более в Ильяне. Есть такое. Он говорит, женский более, как бы, более а путки? А не хочешь себе уже на я это? Я хочу. А пиджачок? Мы делали видео, как ты пиджачок покупала, да? Пиджачок, кстати, и кроссовочки покупали мы в Польше. А сумочка у нас страусиная из Кении. Ну, мы смеемся, на самом деле, она не страуса, мы так подумали просто. Ну что? Азур. Азура нет. Да? А ну, please. Окей, please, we want to try Азур. How much Азур? Азур 180. 180. Yes. 180. Ну ладно, прилично, согласна. А how many milliliters? 100. Ага, вот тут, кстати, написано, что мне должно понравиться. Тут цитрус, жасмин, османтус, кожа, сидорвуд. Вот так вот. Мне тут прям подсказочка написана. Ага. Такое тоже хочу попробовать. Мне надо освежиться. Нос про это прочистить. Кофеек? Нет, опять-то кофеек. Кофеек ничего не помогает. Ну, давайте я попробую. Давай. О, мне жвачка. Баблгам какая-то синяя. Синяя баблгам? Угу. Реально синяя баблгам такая. Турбо, знаете, вот такая турбо. Так персик, значит? Нет, персик. А дай мне. Тут подсказочка есть уже, видишь, смотри. Ну за что ты держишь? Ты ж неправильно держишь. Подсказочка, оп, и уже видно, смотри вон. А ну что тут? Ну здесь. Ну давай. No, we don't have shop in the Weimar, closed. А, все, закрыло? Renovation в Дубай Мол и закрыли Джунаид. Так что, друзья мои, вам Вэляйн. Я чувствую очень много цитруса, и, наверное, вот это сидорвуд и что-то уже. Что такое османтус? Османтус это цветок такой. Османтус, да. Подожди, это что-то тоже цитрусовое. Османтус, it's like citrus, Санси, но? Османтус это flower. It's flower. Цветок. Flower. Okay. Народ, если что, знаете, что такое османтус, пишите. Ну, я не хочу такого. Ну что, друзья мои, ну, чтобы вы такой видите, какие-то сегодня новые ароматы показали вам, оставлю ссылочку на Джунаид в Дубае Моле, если он откроется, посмотрите, и тоже там можете комментировать. У Джунаида тоже интересные, но дороже, чем у Ахмада. Чтобы вы купили, точнее. У Ахмада дешевле все-таки. А ты бы что выбрала сегодня? Я хочу вот эти попробовать, вот эти два. Вот эти два походить с этими, 85 и 95. Отлично, бюджет. Вот это 85, да? 85. Ага, да. Как я и сказала. Ну это вообще меньше. По 100 и 7 долларов. 25 где-то. 7. Хороший. Yes, yes, я тоже. 105 only. Ага. Так, говорю, конечно, это дешевле за 150, но зачем нам 150? Ну да. Что я с ним буду делать? Ну что, если уж купим, тогда вот расскажем, что купили, да? Сейчас набрызгаешься, походим. Может, дай бог, еще вернемся, чтобы снять видео там. Мы не знаем, может, уже сняла вам выложила. Продавца не было, когда мы подошли в Ахмад-эль-Магрибе. Продавцы приятные, контактные, не кричат, не снимайте. То есть, ну, здорово. В общем, Джунаид только плюс. Так, ну, смотрите, продавец выставил коробочки. Вот про Мурана, Мурана Блюмани по 150. И вот эти, про которые Наташа думает. И видите, тут такой золотой отлив на коробочке. Так что, ну, ребятам тоже интересно. Мы пришли, снимаем, делаем вам видео. Надеемся на ваши лайки. Сейчас Наташа набрызгается, пойдем походим. И посмотрим, вернемся, купили мы что-то или нет. А, ну что, друзья мои, вышли мы, понюхали, погуляли ароматы. Наташа что-то уже ничего не заходит, да?
Не, ну вот эта роза, это не мое. Это, она классная, но я этот знаю аромат от людей, и он меня просто вот так вот наполняет. Душит, но ароматы женские, мужской как-то слабенький. Есть какой-то в нем такой дымность. Вот в женском тоже есть присутствие такая дымность. Красивый аромат. Давай сюда встанем сейчас. Да. Люди идут сзади, да-да-да. Вот, поэтому вот реально именно... Ну, надо, купили, такой, надо такое любить. Это очень сладкий, роскошный роза, восточная красивая роза. Да, ну мы рады, что погуляли, выяснили. Ну, хотя я вам прикол рассказать, в туалет заходим такие. Ну, я уже из кабинки выхожу, и с Наташей продолжаю разговаривать. И смотрю, девчонки стоят такие возле зеркала, вот такие глаза вот так вот. Такая, Наташ, тут девчонки стоят, я с тобой говорю, у них такие глаза на меня. Типа, они такие, здравствуйте, а вы из какой, из какой страны? Девчонки оказались из Казахстана, мы с ними хорошо пообщались, работают Джимми Молли. Мы их уже подписали на наш канал, так что у них красивые имена. Рай. Одну зовут, если в переводе рай, а вторую жемчуг. Надо посмотреть. Рай и жемчуг. Вот такие вот красивые казахстанские имена. Казахстан. Мы недавно смотрели, что вот не казахи, а казахстанцы. Мы правильно посмотрели, что вот это вот такая хорошая нация, которая большинство подписчиков на нашем канале, мы посмотрели, как они правильно называются. Вот. То иногда говорят казахи, это неправильно. Называется Казахстан. Ну, казахи это нация. Ну ладно. Так вот, девчонки из Казахстана, вам большой привет. Спасибо, что подписались. Приятно было с вами встретиться и пообщаться. Так что. Как кстати, тебе пальма на голове? А? Да. Шикарная, я хочу такую пальму. Пальма офигенная. Короче, ну, надеюсь, вам было приятно посмотреть про духи, выбрать себе что-то. Видите, мы что-то ничего этот раз не купили, даже удивительно. Ну, не понравилось, что делать. Походили, посмотрели. Так что пишите комменты, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.